и воровью. Ребята, очередной сумасшедший, который хочет потратить деньги. Едем в Простоквашино. Очередной сумасшедший, который хочет потратить деньги. Вот на машину мы ему с радостью поможем. Едем сегодня в Рязань. Заикался я никуда не ездить, ну не на своей тачке, вроде нормально. И параллельно сегодня вам покажу Opel, который он же продает. Вот, может кому-то будет нужен. За сколько продаешь? Договоримся. Ну примерно. 90. За 120, Opel хороший. Барыга. Вот, оставайтесь с нами, увидим, что будем покупать. Заняли, позвонили продавцу и договорились на встречу. Че, ребята, мы в Рязани. Короче, там запиклишь маты, нет? Не разрешили нам снимать. Да. Сейчас вы увидите фотографии. Я вам отмечу красными кругами, примерно там или каким-то. Обозначу вам, в общем, места, где она была бита, после чего мы сразу же отказались от дальнейшего осмотра, нам просто стал неинтересен. Вот. На самом деле машина крашеная в круг вся вообще полностью. Вот. Он как бы этого не отрицает, но в объявлении были мелкие дефекты по кузову. У таких людей покупать машину категорически нельзя. Он к этому относится скептически, конечно. Сколько она стоит? 268. Да, 268. Nissan Classic, битый в круг. Ну, если, как говорится, монокок цел, то брать можно, бля. Ну, короче, после осмотра кузова мы сразу решили ее не брать. Все. После этого мы не остановились и отправились в город Раменск осматривать Ford Focus. Как это было, вы увидите далее. Короче, кондей не работает. Но не будет Антон таких машин работать. Там на ремонт максимум 50. Ну что, да, тут было, так было. Сходи пока по походу. Все, зовем. Как открывается? Причем? Да, это все. Да, здесь. Да, ребят. Она вообще? Она вообще что ли? Там клапан стоит. Все равно пыль-то летит. В горловинку-то заливаешь, я все понимаю, нет? Там клапан стоп. Клапан, а там торки такие. Да. Ой, сам.
А диски меняли тормозы? Это половинка. Есть смысл дальше смотреть? Ну, используй для видео дела. А так нет. Поехали, да? Ну ладно, да. Ребята, не покупаем мы этот Форд, много там битых деталей, в общем-то дальше смысла осматривать его нет. Будем искать